Что это за дерьмо, нахуй? Друзья, легендарный латиноамериканский табак Zomo. Рекомендации по забивке. Пустота. Стикер-пак от Мэтт Пира. Стикер-пак от Монгола. Follow Smoke Angels. Карабинчик от компании Darkside. Darkside. Бро Рум от Сатира. Неужели? Неужели бокс табака палитра? Наконец-то я до него дорвался. Это пробники, либо какие-то тюбики. Не знаю, сейчас разберемся, ребят. Вот так, да? Зумеры делают. Наш. Окей. Так. Сразу вопросы. Почему компания Палитра присылает мне бокс, где есть куча других брендов, и я все это показываю? Но здесь есть... Просто, чтобы вы понимали, это что, блядь? Что это за книга? Ёб твою мать! Палитра Хука Табака. Время на прочтение 19 минут 53 секунды. Приветствую, друг. Во-первых, хотите выразить огромную благодарность брендам, которые делают качественный мерч. И сразу же перейти к сути дела. Мы прилетели из творческого мира в кальянную индустрию для того, чтобы ты мог создать свою картину в чашке. Мы уже вышли на колоссальный объем продаж и продаем 2004 тонны 120 грамм. И это только во вторник. Ха, пиздоболы! Кальянный табак Палитра. Потенциально мы готовы стать убийцами таких брендов, как... Чего? Ебать, просто, ребятки, я-то думаю, тут какая-то информация интересная настолько написана. Типа, короче, ребятки, готовы стать брендами таких, убийцами таких брендов, как Корес, Кокоджанго, Space Smoke, Burn, B3, Original Virginia, Джем, Элемент, Северный, K-Bro, Femex, Hookah Factory, Plasma, Tabapka, Vape Gas Distribution, Liva Tobacco and Tobacco Product. Короче, я ебануться. Пума, Риба, Коламбия, Спрайт, Конверс, Лукойл, Роснефть, АЗС, Газпромнефть, Башнефть, Розница, Татнефть. Вы чё, ебанутые, вы чё, блядь? Я-то думал, откуда нахуй столько кальянных брендов, а мне же с другой стороны не видно. Спасибо, что дочитал до конца. Это все шуточки и хихиканьки. Да, хихиканьки. И теперь просьба оценить наш продукт объективно. Надеемся, что улыбнулся, давай же забивай. Да, ну нахуй. Ладно, Палитра, давай. Мы вот эту берем, нахуй нам это держать в кадре. У нас есть Палитра. Короче, я не курил, я не открывал, специально решил открыть вместе с вами. Я показал какой-то тизер этого всего в историях, типа почему, блядь, компания Палитра прислала мне бокс от компании Zomo, и там разные бренды. Ага, это вот так вот выглядит. Короче, выглядит это вот так вот. Это вот такие вот по 40 грамм. Здесь их 1, 2, 3, 4, 5, 10 вкусов. Это у нас Sour Raspberry. Давайте вначале попробуем разобрать внешний вид. И состав: табак, сахарный сироп, глицерин, ароматизатор, идентичный натуральному. Это у нас город Санкт-Петербург. Ля-ля-ля-ля-ля, Палитра табака, у них инстаграмчик. Выглядит все вот так вот. Здесь листочек. Не для продажи. Бля, я не смогу это продать в Хукамаркет. Ну ладно. Так, внутри нас ждет вот такой вот пакетик шалтай-болтай. В принципе, нормально. Давай-ка разберемся по вкусам. У нас есть такой, как, такой вкус, как бустер без аром. А, это без арома. Это без арома. Мы ее отдельно прокурим. Лимонад Байкал.
А, садовые ягоды. Садовых ягод я не припомню. Розовый микс такое, знаю, такое. Делали чай с щебрецом, такое, знаю. Кактус, конечно же, кактус. А, вафли советские. А, давайте-ка мы вафли советские уберем тоже отдельно. А, маракуйя. А, кукуруза. Кукурузу уберем отдельно. Морковный фреш тоже уберем отдельно. Я хочу все это сейчас, в принципе, пронюхать. И пончик. Ну, пончик так пончик. И, конечно же, у нас вкус кислая малина. Так, ну, в целом, мне нравится. Мне нравится, как написано, палитра. Вот прям, вот профессионалы прям переноса текста. Прям вот, сука, дизайнеры. Прям вот ебанутские дизайнеры. Марапэшн. Это маракуйя. Короче, по внешнему виду, мне кажется, прикольно. А даже если их выставлять просто так, они из-за своей формочки немного будут привлекать взгляд в магазине. Это однозначно. А, по цене говорят тоже сок. Я не курил, но, конечно же, есть куча чатов, где можно все это почитать. Ребята пишут о том, что за свои бабки табак более-менее... чем хоть что-то. Другой пишет, что за свои бабки охуительный продукт. Кто-то пишет, типа, можно было продавать и дороже, потому что курица все круто. По крепости. Средний по жаростойкости. Средний. А из минусов ребята в чатах подчеркивают, конечно же, неудобный пакетик и неудобную пачечку. Что касается неудобств во время курения, излишнюю сиропистость, которую я уже сейчас вижу, и очень мелкую нарезку. И когда ты забиваешь, то на прямоточной чашечке у тебя происходит обвал табака через шахту в твою колбу. И вроде бы твоя такая красивая прозрачная водичка накрывается пиздой. Так. Я бы на самом деле бы, бля, не тянул бы и заебашил бы просто кукурузу. Вот просто не глядя. А, я понимаю, что нужно оценить какие-то ягодные вкусы, какие-то другие вещи, но я думаю, не кукурузу, да, я тоже перепутал. Давайте, наверное, ну, кислую малину. Я думаю, это будет показатель крутости данного продукта. Так сказать, сколько палитр в палитре. А, возьмем кислую малину и посмотрим, что из себя она стоит. Если сейчас она окажется не кислой и с каким-то конченным вкусом палитры, то, ой, вкусом малины, то палитра пойдет нахуй. Да, очень-очень мелким. Да, очень. А сиропистость, а насчет сиропистости излишней я не сказал бы. Вполне нормально. Но я предвещаю такую вещь, что сейчас колба в кальяне Хайбист засрется просто разом. Короче, из 40 грамм, которые есть в чашке, в принципе, 20 грамм залазит в мою чашечку нормально. Слышится кислинка и слышится такая малиновая джемовая нотка. Йоу! Убийца всех брендов на месте! Забили на 4 углях. Главное, чтобы 4 угля не убили главного убийцу всех брендов. Сейчас раскурим и поймем, настолько ли это убийца всех брендов. Прям вот-вот-вот-вот. Я, конечно, понимаю, это прикол от компании. Это, на самом деле, получилось очень здорово. Поэтому давайте. Да, кисло. Очень кисло. И малинка здоровенская. Да, это как желтая малина, в принципе, то же самое, как будто мне суд в горло. Но очень сильно отличается от желтой малины. Начнем, наверное, с крепости. Она здесь очень-очень мягкая. Она прям приятная, и это не так сложно курить. То есть ты реально куришь какой-то кислый вкус. Поэтому я думаю, что кислая малина будет однозначно топом, потому что сейчас, бля, какой-то дрочь идет на кислоту. Кислотные вы, мои ребята.
прогрелся и открылся практически сразу. То есть, кто будет его покупать, кто будет с ним как-то работать, скажу вам сразу, долго ждать не надо. Подождали 1.5 минуты без колпака. Ну, на коллауде может быть 2.5 минуты, 3. Слюна выделяется, то, что очень кисло. Поэтому приходится проглатывать. Я же не буду харкать. Не буду. Это некрасиво. 4 угля пока держится хорошо, но мы-то курим там 3 минуты всего. Приятнее вкус намного. Малина ярче раскрывается, поэтому по этому вкусу я могу, наверное, посудить, что продукт топ. Ребятки, кто уже курил по литру, я знаю, многим она, наверное, уже приходила, кто-то где-то брал, кто-то кому-то отправляли пробники, напишите, какой вкус забить следующим. Норм. Вот сейчас кислинка немного пропала. Ну-ка, бля, не норм, нахуй. Не, кислиночка стабилизировалась и стала более-менее приятная. Короче, компании Палитра однозначно за вот это вот лайк, прям 100% лайк, и за, наверное, продукт тоже лайк. Конечно же, я прокурю еще другие вкусы и следи за этим в моих историях в Инстаграме. Я, наверное, расскажу про топ-5 вкусов Палитра, а вот что вот не стоит курить. Наверное, буквально через пару дней я прокурю все вкусы и уже все про них расскажу в Инстаграме. Поэтому это был Дава Дым, это продукт Палитра, убийца всех брендов. Всем пока, это был Дава Дым.